Глубокоуважаемый Николай Владимирович, глубокоуважаемая Марина, прежде всего позвольте выразить глубочайшую признательность компании Pierre Fabre за тот колоссальный вклад, за ту работу, за ту социально направленную политику, которую данная компания проводит, за политику в целом именно пациент-направленную, пациент-ориентированную терапию, то в принципе то, что является основным в нашей с вами работе. Сегодняшняя тема сообщения будет посвящена месту перорального венорибина в терапии метастатического рака молочной железы. Марина блистательно осветила и даже нарисовала нам портреты пациентов, кому бы мы могли бы предпочтительно назначить данную терапию, но мы взглянем на этот вопрос с точки зрения той доказательной базы, которую мы имеем, той доказательной базы, которая представлена как международных, так и отечественных клинических рекомендаций. Сегодня метастатический рак молочной железы, парадигма заключается его в следующем, что это прежде всего хроническая, долготекущая болезнь. Да, есть разные биологические подтипы, но большей частью основное значение для наших пациентов имеет сохранение качества жизни как можно долгие-долгие годы. То есть наши пациенты хотят жить не только долго, они хотят жить качественно. И вот эти два основных понятия, два основных критерия эффективности – приобретают все большее и большее значение. У нас несколько способов достижения длительности контроля болезни с помощью химиотерапии. Это использование максимально переносимых доз в течение короткого периода. Я переключала на компьютере, думала, тут то же самое. И прошу прощения. Вторая опция – добавление биологических препаратов к противоопухолевым средствам. То, что мы сейчас говорим, идет речь о биологически направленной таргетной терапии. И использование менее токсичных режимов в течение более длительных промежутков времени. И то, что вот новое, то, что мы имеем, это использование поддерживающей терапии послеиндукционной. И я вот хотела выразить большую признательность итальянской школе в развитии рака молочной железы, поскольку итальянские маммологи первые стояли в истоках развития адъювантной терапии, стояли в истоках развития неадъювантной терапии, и вот Марина Казаниги является основателем и адептом метрономной терапии рака молочной железы, за что моя большая-большая признательность. Прошу прощения, просто я буду смотреть туда, потому что... И уже доказана, и та доказательная база, которая представлена, что мы можем вводить венорибин как внутривенно в дозе 25 мг на метр квадратный, и также и в дозе 30 мг на метр квадратный. И это эквивалентно дозам 60-80 мг при приеме внутрь. И те исследования, которые были проведены, четко показывают, что большинство пациентов все-таки отдают предпочтение капсулированным формам препарата. Вот и те рекомендации, которые мы в настоящий момент имеем, прежде всего вот рекомендации это американские, это NCCN, европейские, ESMO, наши отечественные рекомендации, рекомендации РУСК, рекомендации РОМ, четко гласят, что выбор химиотерапии по сравнению с эндокринотерапией в качестве начального лечения зависит от опухоли, от потенциала злокачественности, от самого пациента, его индивидуальных особенностей, менопаузального статуса, состояния пациента, сопутствующих заболеваний. И самое главное, то, что у нас вводится понятие предпочтения пациента. Мы должны давать информацию пациенту в полном объеме и рассказывать о всех имеющихся опциях. И женщины, у которых зарегистрирован рак молочной железы, прогестерон-резистентный, HER2 негативный, так и больные, гормоночувствительная опухоль, но с висцеральным кризом, все эти пациенты подлежат назначению химиотерапии. И Европейское общество по проблемам онкологии, в данном случае это ABC,
В этом году уже будет даже ABC-4, но начиная с ABC-2, это проходит в Португалии под эгидой Фатимы Кардозы. И здесь прописано, что последовательно однокомпонентная терапия является предпочтительным вариантом при метастатическом раке молочной железы, поскольку мы даем возможность пациентам дожить как можно дольше, контролируя эту болезнь. Потому что прошли те времена, когда мы пытались высокодозной химиотерапией контролировать рак молочной железы с последующей трансплантацией. Это не увенчалось, к сожалению, успехом. Назначение двухкомпонентной, трехкомпонентной, по большому счету, эффективно, примерно те же критерии эффективности в отношении увеличения продолжительности жизни, но при этом характеризуется значимым ухудшением качества жизни, а самое главное, мы исчерпываем возможности контроля над болезнью. А женщины живут долго, они могут получать третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. И, возможно, значение в монорежиме позволяет нашим пациентам как можно дольше жить и доживать до нового, более эффективного лечения. Рекомендации ABC-3, рекомендации ESMO за 2016 год показывают, что пациентов, предварительно принимавших антрациклины и таксан, содержащие терапии, не нуждающиеся в комбинированной химиотерапии, предпочтительными вариантами являются капицитабин, виринолебин или рибулин в качестве монотерапии. Виринолебин вошел в тройку наиболее значимых препаратов лечения рака молочной железы. Что очень важно, что в первой линии, если мы говорим, вот мы говорили до этого о трижды негативном раке молочной железы, мы говорили о гормононечувствительном раке молочной железы, но если мы говорим о HER2-позитивном раке молочной железы, где основную роль играет таргетная терапия, которая блокирует HER2-рецептор и меняется природа заболевания, и на первое наибольшее значение здесь играет именно эффективная блокада HER2-рецептора, то здесь в первой линии терапии в комбинации с трастузумабом наряду с таксанами может назначаться винорельбин. То есть винорельбин, по сути, является, не только мы можем назначать его в пероральном режиме, но это является эффективным комбинаторным партнером. И вот для HER2-позитивного рака молочной железы мы оставляем трастузумаб и меняем комбинаторный партнер. Но в том случае, если нет прогрессирования сразу на введение, вот мы назначаем, и в течение 2-3 месяцев мы видим бурное прогрессирование. Это, наверное, может быть, это связано еще с усеченной головкой HER2-рецептора, когда не срабатывает механизм антителозависимой цитотоксичности. Но тем не менее, для комбинации HER2-направленной терапии винорельбин как в внутривенных формах, так и в капсулах являются предпочтительными для больных раком молочной железы. И комбинация винорельбин может назначаться в капсулах и раз в 3 недели назначение трастузумаба входит в стандартный режим лечения данных пациентов. То, что, о чем говорила Марина, о метрономной химиотерапии, это то лечение, которое зашло в нашу клиническую практику. Я хочу сказать, что любой пациент рака молочной железы на том или ином этапе получит метрономное лечение, потому что мы понимаем, что рано или поздно ресурсы пациента исчерпываются, или же наступает та клиническая ситуация, которая требует назначения препарата, который назначается в ПЕРОС. Это может быть по каким-то причинам нет возможности венозного доступа, то мы не можем поставить порт в связи, например, с выраженным панцирным распространением рака молочной железы на передней грудной стенке. Тогда вот именно в данной ситуации, даже в начальных стадиях, пероральные формы, в том числе капицитабина, винорельбина, но даже в большей степени сейчас винорельбина, приобретают особое значение. Рекомендации ABC-3 четко определили место метрономной терапии, потому что он является разумным вариантом лечения для пациентов, не требующих быстрого ответа в опухоли. То есть, когда нет висцерального криза и нам не нужна скорая помощь, чтобы в сию же секунду, в ближайшие несколько дней решить данную проблему. Если же нет необходимости сиюминутного ответа, то в настоящее время продолжается оценка режимов
дозирования, включая в том числе, вот, как одна из опций, это вот всем хорошо известный циклофосфамид, комбинация с метотрексатом, а также возможностями метрономного назначения как капицитабина, так и винорельбина. В рекомендациях NCCN, если зарегистрироваться в этой базе данных достаточно легко, мы видим, как режимы предпочтительные для в монорежиме, так и режимы для назначения в комбинированной терапии. И в этих режимах к винорельбину отводится достойное место. Пациентам, ранее получавшим химиотерапию вот в комбинации с трастузумабом, например, без пертузумаба, возможно назначение линии терапии, включающей вот трастузумаб и пертузумаб, в сочетании с цитотоксической терапией, например, винорельбин или таксаны, или без нее. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить наилучшую последовательность стратегии для антихер-2-направленной терапии. Начиная еще с АСКО 2014 года, у нас появилась новая парадигма, что ни один препарат, используемый в качестве монотерапии, не продемонстрировал преимущества для лечения пациентов с распространенным раком молочной железы. Да, у нас есть парадигма, что антрациклины и таксаны являются основными препаратами для лечения рака молочной железы, тем не менее в монорежиме прямых сравнений этих всех препаратов не проводилось. Поэтому другие варианты терапии могут включать в себя и капицитабин, и гемоцитабин, соединение на основе платинов. Платины – это препараты, включающие доцисплатин, карбоплатин, также винорельбин, эксобепилон. И выбор лечебного режима должен быть основан на предшествующей терапии, с учетом различий в профилях токсичности, сопутствующих заболеваний и предпочтений пациента. В практических рекомендациях по лекарственному лечению РУСКО в этом году они каждый год пересматриваются, меняются с учетом собственного опыта, с учетом доказательной базы, с учетом международных клинических рандомизированных исследований. Вот и если говорить о РУСКО-2016 рекомендациях, то здесь химиотерапия показана следующим категориям больных. Это рак молочной железы, эстроген негативный, это гормоночувствительный рак молочной железы, нечувствительный гормонотерапии и гормоночувствительный рак молочной железы с признаками висцерального криза, когда у нас нет времени ждать, пока пройдет 2-3 месяца и гормонотерапия реализует свой эффект. Стандарты химиотерапии первой линии рецидивного и метастатического рака молочной железы нет. Выбор режима должен быть индивидуальным и учитывать особенности опухоли больного, а также состав и эффективность предшествующей терапии. В том числе мы должны учитывать, сколько времени прошло после адювантной, неадювантной терапии, если таковая пациентам проводилась. И в этих же рекомендациях указано, что какие могут быть режимы. И в том числе винорельбин рекомендуется в дозе 25 мг внутривенно в первые 8 дни каждые 3 недели, а также перорально формы в капсулах, когда мы назначаем 60 мг на метр квадратный внутрь в первые 8-15 дни и с 22 дня, если все хорошо переносится, мы можем увеличить дозу до 80 мг один раз в неделю. Но мы теперь помним, что у нас есть возможность еще и метрономного введения, когда в дозе 40-50 мг мы вводим, пациент получает в виде капсул в первые, третьи, пятые дни, и это лечение проводится длительно, до переносимой токсичности, непереносимой токсичности или прогрессирования заболевания. Опять-таки в рекомендациях РУСКО также подтверждается, что винорельбин является эффективным комбинаторным партнером в комбинации с антихер-2-направленной терапией, и это нашло свое отражение. Винорельбин рекомендуется в дозе 25 мг внутривенно на метр квадратный в первые и восьмые дни. Пероральные цитостатики в лечении метастатического рака молочной железы для нас это доказанная эффективность в различных клинических ситуациях. Это и для, когда мы видим пациента с медленно прогрессирующим раком молочной железы без экспрессии HER2, это и агрессивный рак молочной железы, когда у пациента наблюдается висцеральный криз. Но тем не менее, если все-таки у нас нет возможности назначения, нет венозного доступа, или же у нас пациент настаивает, а мы должны учитывать предпочтения, или же у нас возможности исчерпаны, и у нас имеется уникальная возможность назначения винорельбина в капсулах в комбинации с капицитабином, и для HER2-позитивного рака молочной железы в первой линии мы назначаем винорельбин в комбинации с трастузумабом, или же препараты из группы таксанов, тем не менее мы
эффективность в капсулах, она сопоставима с эффективностью при внутривенном введении. Таким образом, мы имеем для себя понимание, что для большинства пациентов с HER2-негативным раком молочной железы с медленно прогрессирующей формой мы можем назначать, совершенно имея все на то основания, пероральные формы венерильбина, или же венерильбин может вводиться внутривенно с учетом, опять-таки, анамнеза заболеваний, про лечение, которое получал пациент, индивидуальных особенностей самого пациента. Для агрессивного трижды негативного рака молочной железы, опять-таки, всегда мы понимаем, что переход на другой вид химиотерапии и раннем рецидиве, когда антрациклины могут применяться повторно, если в адъювантной терапии не была достигнута или максимально имеется кумулятивная доза, когда возможности назначения антрациклинов уже исчерпаны еще вне адъюванте, в адъюванте, то мы уже в первой линии должны перейти к другому лечению. Это будет то таксаны или венерильбин. Тут все очень и очень индивидуально. Тем не менее, для трижды негативного рака молочной железы мы тоже имеем возможности и основания для назначения этой терапии. Опять-таки, это все подтверждено той доказательной базой, большими мета-анализами, в рекомендациях это все прописано, и Фатимы Кардоза, и Марины Казанига, и мы провели достаточно большой анализ имеющейся литературы с учетом собственного опыта, собственных исследований, и на сегодняшний день, 21 век на пороге, уже мы в него вступили, и рак молочной железы, больные раком молочной железы должны жить долго, должны жить качественно, потому что рак молочной железы – это хроническое заболевание, и поэтому все большую актуальность приобретает возможности перорального назначения препаратом, в том числе венерильбином, который позволяет и продлить жизнь пациента, и сделать ее максимально качественной. Но мы всегда должны помнить, что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее переживаниями, а отнюдь не безличный случай. В прошлом году Николаю Николаевичу Петрову, основоположнику отечественной онкологии, исполнилось бы 140 лет, а сегодня вот третий форум посвящен 90-летию научно-исследовательского института одноименного Николая Николаевича Петрова. И я благодарю вас за внимание.